У меня там учебник. Этого я не знаю. Я пытался послушать, но они там даже сами ничего не понимают. Вы первый? Мы первый допереводим. Можете на самом деле, может быть, даже сесть, вы хотите сюда или с той стороны, как хотите, то есть, как можно, можно Алексея туда пересадить, то есть, чтобы было удобно, чтобы был доступ к столу, там место пропадает, не надо на корточках садиться, можно его просто подвигать, надо? Хотите, я подвигаю, чтобы вы вместе были. Алексей, пересядь, пожалуйста, сбоку, чтобы у нас люди были вместе здесь, они как бы связаны между друг другом. Да, вот так. Отлично. Так лучше? Отлично. Да, вчерашний. А потом это что? Кать, ты туда? Ты туда, да? Санскрит, да, там... Беру ее? Сейчас я просто покажу сперва, что там. Во-первых, вот это то, что я выложил вчера на страницу, да, презентация. Да. Вот. И вот это... Все. Да, но у меня тут не подписано. Не важно, я все подпишу. Все. Спасибо. Все. Хочешь, есть что-то, отдохнуть, что хочешь? Просто сейчас пока отдохни немножко. Нормально? Сволочь, ты все можешь. Почему ты это не делаешь каждый день? Ты каждый день мог это делать. Каждый. Ты рожден для этого. Ты занимаешься херней какой-то. Шляешься, напиваешься. Хуй знает, с кем находишься. Тебе этим надо заниматься. Люди горят от тебя. Нравится всем. Нет, нет, нет.
копируются записи. Будет много фоток, я тебе все перешлю, сможешь пользоваться потом фотками. Надо же будет объявление. И на самом деле здесь нам тоже еще просто отдельно, так как ты же не дошел до вчера до Рерика, надо будет просто здесь сделать такие видео, небольшие ролики. Для... У нас есть хорошая камера. Не доехал. Да я понял, что ты с приключениями и не можешь без. Ну, я приехал, все. Вот, а уж после дерева я ехал. Да, понятно. Может, просто сами чуть-чуть, надо тебе. Ну, вот такая вот там система, там кроме маршрута ничего не ходит. Да я выдыхай. Сейчас, если что хочешь, то я хочу выйти. А почему? Потому что, смотри, у нас есть существительное, есть прилагательное, есть какая-то конструкция между ними, которая содержит два генитива, одно существительное генитивное же. Помедленнее, Леша, помедленнее, я записываю. И когда это причина, это было действие, которое было совершено с этими существительными, с этими словами, перед тем, как он вышел. В общем, скоро... Короче, я суффикс здесь означает меньшую часть. Даяна, надо внимание обращать на глагольные корни, а не на камень. Yeah.
Когда глагольные корни твоей жизни, Даяна, займут основное место? Смотри, тогда если это средний род, то может быть номинатив. Но сингулярис, нога. Когда ногу поставят на длинные рога, он не может. Одной ногой может быть? Может быть, я слышала. У тебя даже есть прикрытие? У тебя даже прикрытие есть? Нет, оно я реально искала тут слово. Поставить, положить. Нечего скрывать. Увы. Увы. Нужно смотреть, какие он требует платежи. Да. На самом деле так неожиданно. Этот Андрей, это вообще-то Андрей. Андрей? Олег, в смысле? Олег. Нет, мне позвонил за Андрей. Терентьев не позвонил. Подожди, какой Андрей? Да, сегодня утром. Да, Терентьев. Просто Терентьев есть местный переводчик в смысле Далай-ламы. Я думал, тебе позвонил Терентьев, который переводчик Далай-ламы. Я вроде твой телефон ему еще не давала, поэтому... Я бы уже ничего не удивился, конечно, но все равно. Теперь все это знают, Даяна. Ты не узнал, Андрея. Длинный, не отвлекаемся. Да, он локотип. Аукозатив. Хотела аукозатив сказала и сказала вместо этого аукозатив. Как они какой? Что? Шингал. Врага. Подожди, подожди. Найди, пожалуйста. Ищем слова? Что? Слова ищем? Да. Хорошо. Тут слегка вперед все немножко. Я вот сейчас думаю, что мне делать со словарем, достать или электронный. Конечно. Электронный. Ну, тут не знаю, тут быстрее. Тут не так много слов. Электронный, ну, тут быстрее будет. Значит, поставив ногу на длинные рога. Вышел. Дальше пошли. Это прямо такое. Не склоняйся. В общем, за козла ответишь, да? Не один раз. Постоянно. Часто. Да. Часто, постоянно. Не только один раз. А ты уже над ним изнимался? Все понимают, что ты сам. Да нет. Нет. Он сразу понял. Сразу понял. На него наступил, погрузился. Учился,
Input должен быть не хэка, а s-simple. Тогда он ищет любые слова. После того, это после, Кочергиной дается полностью приставки, как бы здесь по гнездовому принципу. Здесь по гнездовому. Здесь слышь по гнездовому. По гнездовому. А у нее? А у нее по алфавиту. Ну, в смысле, приставки прицеплены к корню. У нее как у Мани Вильямса. Да. Она, собственно, и слезала с Мани Вильямса. Даяна, я тебе буду брать телефон при входе. Паспорт, телефон и... Паспорт еще, да? Вообще без ничего осталось. Только с глагольными корнями наедине. Список приставок на левой руке, список корней на правой. На правой. Петре. А я говорю, не скучно, ему просто интересно посмотреть на... Я тебе давно говорил тупо. Сейчас, подожди, я посчитаю, сколько где меньше, подожди. У вас, по-моему, меньше. Нет, я серьезно. Серьезно, да? С той стороны. Стой, садись, садись. У Ольги. Нам кажется, это усиление, потому что слова похожи. Мать же давай погружать. Да. А почему же не подряд стоит? А, вот туда на джек уже превратится. Да, то, что ты говоришь. Ну, хорошо, превращается в это глаз. Твоя версия, держи. Маджа, но. Маджа. Они переводят конец этой первой истории. Конечно, маджанот, но маджанот тоже Маджанот.
Олег, чуть тише, потому что иначе они услышат. Они подслушивают. Берите вот этого бесконечного. Вот этого... Кто дворника пустил опять? Я не слышала. Опустил опять вчерашнего дворника. Кто умер-то в итоге? В общем, все умерли. Санта-Барбара. В общем, все умерли. Нет, это не... Можете же покорявать? Не надо, не позорить. Не надо. В общем, козлик не выжил. Козлик не, все не вышли. Я думаю, что он и рогами, и шакала пырнул, и все умерли. Олег, не подсказывайте им. Олег, они вкусно кормят. А у нас есть сушки. Нет, они не сушками кормят. Ну, вот, а у нас есть сушки. Больше нечего предложить. Уды. Это уды. Где уды? Там ребята говорят, это префикс. Уды. Шакал в итоге вышел, получается, он же вышел. Шакал же написано вышел. А вы-то конечно, знаете, это? Да. Полотомное дело, как что возможно, я не буду, я молчу. Маджана – это синкинг и дайвинг. Все секреты, все личное. Ну, карточки, пин-кода здесь нету? А ты, получается, нет. Только наполовину бюллера сегодня? Точно. А, все остальное. Все остальное неоднократно находилось. Мне вот это не важно. Мне карточки слышишь, а там карточки слышишь, только это. А ты знаешь, что Люба? Люба, слушай. Я сказала, это что, Андрей, что ли? Я его не узнала. Мы переводим или болтаем? Мы болтаем. Они сейчас переведут, мы тут дураки. Они то же самое. Он, находясь много раз в состоянии утонув и погружаясь много раз туда-сюда. Да, туда-сюда. Маджана, маджаны. Восхалвая, погружаясь, как бы вот так вот, да? Да, осторожно. Погружение. Это не локотизм, это аккузатив, двойственное число. Да, да, да. Поэтому оно не подвергается самому. Да. Получается, вот это ванга, это средний род, типа как джина и дуалис. В самом аккузативе оно будет тоже так же. На «э» кончается. И санха, оно еще не подвергается, но двойственное число, оно сокращено в санхе. Поэтому вот эта буква «э», следующая «а» и не сочетается. Это исключение специально. Вот, это все становится. То есть, испытав неоднократно вот это состояние, вынырнул. Нализация звука какого-то произошла. Смотрите, маджана. Это может быть санхи? Да. Нет, это очень... А давайте было... Ключевое. Сходным шагалом. И умным. Мне же огоньки для... Тут его на гранатушку не часть. А, картинки. Что у них-то шакалы, у нас козёлы.
Почему что не работает? Я к вашему вопросу, ну? Просто не начинаешь, но я думала, почему так у меня Wi-Fi все равно синхронизировано. Я поняла. Мы с тобой в синхроне. Ладно, переведите пока дальше. Я подумаю над этим, над женой, над женой. Так, маджанон, смотрите, маджанон, маджана – это одно слово, и это на самом деле маджана and un маджана. Name of two demons – это значит, имя двух демонов, это duel numbers. Угу. Так что они означают? Ну, это какие-то демоны? Да, это получается A плюс. Давайте в Маджане. Ну смотри, да. Это погружение, Маджана это погружение, а он Маджана это поднимаюсь, да, потом как раз всплываю и поднимаюсь. Только, раз, тогда, да. Только что там делает? А несколько раз выполняет. Это, скорее всего, наречие. Ты думаешь, почему наречие? Смотрите, потому что он был много раз в положении Асакры Амугруя, много раз он был в положении как, это должно быть наречие. Всплывание и погружение. То есть это должно быть. Я не помню, от каких слов, от каких падежей происходит несклоняемое. Инструментальный. Аблатив. Аблатив. И аккузатив. Из трех. Аккузатив, инструменталь, аблатив. Ну, значит, нет. Значит, это не склоняется. Кстати, это слово из Хариванша Пурам. И что это значит? Ну, значит, это просто падеж обычный. Это уже не нужно. Это уже не так. Как не нужно? Это квадратики. Ну, да здесь же нет, конечно, там, здесь же не были такие. Они там были, пошли. Это же есть, мы же нашли. Нет, вот дальше. А то мне там нечего было, негде писать было тогда. Была только рука, это контакт, это квадратик. Здесь имеется в виду спутник. Ну, понимаете, у них там звучит санскрит, они, конечно, вот уже. Ну, короче, понятно, это обычный локотип. Тем более маджанэ, на «э» заканчивается. Подождите, да? Это дуалис, изначально дуалис, это значит вот «а», значит это, наверное, дуалис. Подожди. Потому что это… Калле, вот, например, есть номинатив дуалис. Подожди, вот ты молодец, ты напомнила мне. Калле, вот это адвантовый компаунд. Это же может быть дуалис номинатив. Это адвантовый компаунд, который среднего рода, который самхара. Это вообще надо везде смотреть. Подожди. Так, документы. Да. Везде там написано. Так вот, это в Кочергиной должно быть описано. Я больше не буду. Нет, это не в Кочергиной, это в Эджинс. Ну и такого нету точно. В общем, когда два слова объединяются, для образования человека, я уверен, просто я хочу посмотреть своими глазами. Чтобы тарелка. Смотрим на наше творение. Направляется. Подумай, про что вот из этих слов ты можешь рассказать. То есть, ну, вот в тексте встречается вот столько-то слов, это раз, во-первых, что ты можешь про них рассказать. Потом дальше, значит, здесь дается типа словарик, то есть другими словами поясняется то слово, которое встречается в тексте. Вот в тексте встречаются эти слова, они поясняются другими словами. А ты расскажи вот свой, ну вот, свое видение, что ты знаешь там про эти пояснения, про эти... Какой бы, может, ты другой пример, ты, может, иначе бы перевел. Это значит эти шабда-артхи. Так, это вторая страница. А третья, это продолжается шабда-артхи, а здесь вопросы. Вот у тебя пять вопросов, раз, два, три, четыре, пять вопросов. И ты их обдумай и выбери, ну, в общем, кого-то посильнее, вот, чтобы, ну, там три одному столику, два другому столику. Ты задаешь, и они должны из текста ответить. Из текста процитировать, понял? То есть ты будешь как модератор здания. Здравствуйте. Я еле доехал, там уже все перекрыто, вообще такой день начался, вообще ужасно. Я полтора часа еду, если уже не больше, два часа. Ну все, тогда кладите вещи и садитесь за стол. За этот стол. Вот текст. Берите стул. Представляйтесь и садитесь. Переводим.
вот этот текст допереводим. Сейчас смотри, где они находятся. Когда начинаем? Пока бросаем.
Интернет барклит, сейчас прорвемся. Даже не пробуй. У тебя есть 5 минут, чтобы землю сесть. Вызывай такси, пусть ждет такси. Ну, в общем-то, да. Хочешь убежать, убегай. Подожди, у тебя есть дело. Сейчас. Интернет что-то барахлит. Вы там много раз задавали вопрос, зачем вы книги сдали? Да. Вы с Акинским собором, я нашла ответ на ваш вопрос. Так. Чтобы их читали ангелы, походу, получается. Да? Поэтому это вам. Ну, у меня к тебе эксченж. Так, а вот это вот никому не дарить, это вашей жене лично. Хорошо, хорошо, так и сделаю. Хорошо. Спасибо тебе. Все, удачно завершить. Зубы. Алло, Муша, I don't see you yet. Do you see me? Can you hear me? I can hear you at least now. You try. Do you hear me? I can see you. You just don't turn on the camera. Just do not. Fine, sure. You can say aloud Hari Om to Katya. She's running away, so she wants to say hello to you. Oh, sure. Can you say it loud enough so she hears? Yeah, see you. I can see you. Not yet. And where is the picture? Yes. The picture is in your heart. That's true. If I start, then it will get cut. Let me try, okay? Let me try. Не убегай, подожди, сделаем все местное, подожди. Будет. Yes. Подожди, сейчас. Oh, yeah, I can see you. Подожди. Хариум, good. У нас будет супер трек. Все, убегай. Okay, see you next week, Usha. Sure. Okay, I'm turning on the cam. So, what do you want to start with? With the song, Subharshita, or text? Whatever. A song will do best, because there are some new people who have not heard you yet. Music? Yes. Song? Yes. Можно поздороваться, да. Она не глухонемая. So they are ready, Usha. Yes. Nanda Kishora Kridatire,
Usha, they are ready for the shloka, for the sukhashita. Текст перед глазами у всех? They have it open. Not yet by heart, but still. Now, you first sing a few times, just listen. По одной четвертой части одновременно. Мягче. По-моему, она хочет мягче. Ну, в смысле, что, мол, мы суем «г» туда, а не надо. Ну, немножко типа того. Ну, в общем, она не хочет настолько «г». Thank you.
Yes, slowly. It's perfect. Yes, sure. Yes. We won't. You want them without you? Yes. Oh, тогда Олег, ты заводила. They will do now. Только тогда ты встань и показывай тогда, Олег, руководи. Ты как дирижер. За Олегом. Так, несколько раз. Уша, they will have two more times. Сатья мата пита джняна, дармо брата дая сакхи, шанти патни чама путра. Садами мама бандава. And the third time. Может, чуть медленнее, Олег? Садьям мата пита джнянам дармо брата дая сакхи. Шанти патни кшама путра,
Usha, what's next? No, the story they have, okay, there's a few who have not yet read the story, but let's have a few who want to read the shloka with you together, one by one. Любовь, шлоку, которую ты повторяла, Уша смотрит только на тебя сейчас. Ну, субхашиту. Да. Ну, или садись туда, в общем, как хочешь. Do you hear here? No, you don't see here. Уша. Любовь, садись сюда, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Так. Марта, сам решай. Usha, you tell her your shyness story. You just tell a few moments of your shyness story. Yo, Usha, she says that she's more shy than you. It is impossible, Usha. It is impossible to be more shy than you. Okay. Okay. Let's try. Satyam mata pita jnanam dharmam ratadaya sakhi shanti patni kshama putra shadmo maman han havaha shadami maman han Yes, your body is good. Your voice is very sweet and your pronunciation is also good. Like the first two parts, excellent. One more time. Satya mata pita jnanam dharmo pratadaya sakhi shanti pita Патни кшама путраха шадми маман хандхаваха Дольше, по мне хочет, дольше. Мата. Usha, she has such a sweet voice, I want to hear her for the third time. Satyam mata pita jnanam dharmam ratadaya sakhi shanti patni kshama putraha shadmi mama vadhavaha По-моему, можно поаплодировать, так как Люба делает это что-то с чем-то. Спасибо, все, свобода. Олег, хочешь? Тогда быстро. There is one more guy. There will be a few more, actually, I hope. Какой еще раз уже придумали? Хорошо. Тогда просто подходите, чтобы сразу быть здесь уже. Satyam mata pita jnananam dharmo bharata daya sakhi shanti patni kshama putraha shagami mama bandhava Dr. Rice. Satyam mata pita jnananam dharmam bharata daya sakhi
Шанти Патни Шама Путраха Шагами Мама Бандхава. Все, спасибо. Thanks. Кто следующий? Тамара, иди сюда. Еще быстрее. А? Сатья мата пита джняна Харма прата дая сакхи Шанти патни кшама путраха Шадами мама бандхаваха. Только хвостик. Шадами. Давайте еще раз. Шадами. Шадами мама бандхава. Сатьям мата пита джнянам. Харма крата дая сакхи. Шанти патни кшама путраха. Садами мама бандхава. Супер. Беги, Аня, беги. Будь рядом. Сатьям мата пита джнанам. Харму прата дая сакхи. Шанти панти кшама путраха. Шадами мама ба. Шадами мама ба. Шадами мама бандхаваха. Yes, бандхаваха. Yes. Еще раз попробую. Сатья мата пита джняна Харма прата дая сакхи Шанти панти кшама путраха Шадами мама бандхаваха. Хочешь еще раз? Все, отлично. Сатья мата пита джнанам Харма прата дая сакхи Шанти патни кшама путраха Саджадами мама бандхаваха. Давайте еще раз. Не убегайте еще раз. Сатьям мата пита джнанам Харма прата дая сакхи Шанти патни кшама путраха Шадами мама бандхаваха. Ей можно было бы и 5. Намаскар. Сатьям мата пита джнанам. Фалстарт. Сатьям мата пита джнанам. Харма прата. I can't catch the. Кивин. Уша, can you sing it once for her, please? Мата пита джнанам Харма прата дая сакхи
Шанти патник шама путраха, шадами мама банхаваха. Давай еще раз. Давай еще раз. Давай, давай, давай. Сатья мата пита джнянам, дхармо пхрата дая сахи, шанти патник шама путраха, шадами мама бандхаваха. Джи не произноси. Джи не произноси в джняна. Джи не произноси. Висаргу, висаргу надо чуть-чуть. Давай еще раз. Сатьям мата пита джнянам, дхармо пхрата дая сахи, шанти патник шама путраха, шадами мама бандхаваха. Все, спасибо. Да, Владимир, бегите. В каком? В прямом. Сатья мата пита джнянам, дхармо бхарата дая сахи, шанти патник шама путраха, шадами мама бандхаваха. Харьом. Больше желающих нету? Андрей, давайте. Сатьям мата пита джнянам, дхармо бхрата дая сахи, шантих патник шама путраха, шадами мама бандхаваха. Давайте еще раз. Джнянам. Она хочет меньше джи, больше. Мин окончай джнянам. Джнянам. Нет, без джи, без джи. Она хочет, чтобы выбросили джи. Джнянам. Типа того. Джнянам. Типа того. Еще раз. One more time. Сатьям мата пита джнянам, дхармо бхрата дая сахи, шанти патник шама путраха, шадами мама бандхаваха. Будет классно, да. Текст тебе дадут. Дай телегу текст. Память-то не та. Ладно, ты мастер, ты аксакал. Сатьям мата пита джнянам, дхармо брата дая сахи, шанти патник шама путраха, шадами мама бандхаваха. Олег, давай еще два раза. Это
Аштадьяй Джаганмата, Амаракоша Джагатпита. Садья мата пита джнянам, дармо врата бдая сахи, шанди панди кшама, путра шадами мама бандава. Дай последний раз, третий раз. Уша, the last time, just the closing ceremony of... Последний раз. Последний раз, давай, давай. Не жалей, не жалей, не жадничай. Сбежал. Уша, nobody else is there. You see, there are 20 people in the class, and nobody else wants to. No, there is all, no, there is one. Бегом. No, there is one more. I was wrong. Дарм дармо брата дая сахи шанти патни кшама путраха шадама мама бандаваха. Yes, yes. Usha, you have to run right now, right? Yes, yes. It's okay, but it's okay. They are too classic, I won't get to stay. Okay. Do you want to read a bit of the yesterday text, the prose text, or you want to run? Okay, I'll read it once and then. Yes, okay. you read it once and you run. Открываем историю по козла сначала. Like, are they interested? Yes. They are burning. Oh, sure, sure. The story is open. Yesterday's story same as Ajay's is regarded as a chakra, right? Okay. So, I'm starting. Ajay's here, regarded as a chakra. Kashchit, regarded as a palyam patu. Ka-papi vāpīm gataha. Tatra durdaiva vashāt sa jale nyamajyat. Bahihe nirgantum tena bahamaha yatnāha kritāha. Param saha vanhya prayatnaha jātaha. Atrāntane kopi ajaha. Я думаю, мы можем все встать.
попрощаться с Ушей на сегодня. Сейчас не попадаю примерно, а? Хари Ом! Хари Ом! Хари Ом! Wish you all the best. Learning is great. Having great experience with the learning of Sanskrit. My blessings and best wishes to you all. Продолжаем. Можем передохнуть на 5 минут.